предложение только сегодняшнего дня в рубрике «Обувь сегодня в день 1 час». Одна цена – это сандали «Дорис». Это самые комфортные сандали, благодаря которым вы будете наслаждаться жизнью, ездить в отпуск, ездить к своим родственникам или на дачу, и ножка никогда не будет натираться. Самое главное, сегодня приятная цена – 2499 рублей. Представляет наш стилист, дизайнер мужских и женских коллекций, любимый Никола Комендров. И уже второй час в нашем с вами сегодняшнем празднике одной цены также представлен главным предложением дня бренд Кюнфом. Эта модель сандалии у нас с вами актуальна и классическая. Здесь очень износостойкая ТПР-резина в белом цвете, дающая возможности данной обуви прожить больше 5 лет. Красивый элегантный дизайн, который также автоматически еще является перфорированным, обеспечивает нам правильное погружение воздуха. Застежка велькро – это всегда удобно, быстро и легко застегивать. Ну и, конечно, традиционная для бренда Кюнфо своя анатомическая стелька. Она полностью отделана натуральной кожей снаружи, имеет аккомпактурно мягкую пятку, специальную поддержку для свода стопы и вот такие специальные шарики, которые массируют зону пучка и дают возможности правильной циркуляции кровообращения. Итак, мои дорогие, 1 час, 1 цена в рубрике «Обувь» суперпредложение, причем действительно настоящая палитра цветов и оттенков. Мятный вы видите сейчас на экране, редко бывает он у нас, сегодня он есть. Есть белый, серый и синий. Я выбрала классический белый цвет, хотя, конечно, мы сегодня, да, дарим вам возможность выбирать именно по настроению. Знаете, я что хочу сказать? Во-первых, это сандали номер один, которые входят в топ-5 предложений в рубрике «Обувь». То есть могут заказывать все, но эти сандали всегда распродаются полностью. Микол, для нас очень важно, является ли покупка безопасной, без примерки по телевизору, именно в выборе размера. Данная модель соответствует, потому что бренд Кюнфо – это российский бренд, работающий с государственным ГОСТом. Мною перед эфиром были померены все изделия, как с внутренней стороны подошвы, так же и снаружи. Они соответствуют параметрам, поэтому забирайте смело размер в размер. Также модель Ольга советует, если вам хочется еще максимальной больше свободы, можно съемную стельку убрать и летом даже ходить полностью без стельки. Почему? Потому что внутренняя часть стельки, которая вшивная, она имеет пористую поверхность, которая дает возможность также быстро убирать потовыделение с ваших ног. Знаете, мне приятно, что так телезрительница, во-первых, всегда реагирует, рассказывает нам свои истории. Вот у нас есть телезрительница Юля с Камчатки. Она говорит: Леночка, в прошлом году еще на летний сезон я выбрала эти сандали. Но что для меня было важное? Я хотела выбрать удобные, комфортные, обязательно из натуральной кожи, но чтобы они были не полностью открыты, при этом нога моя дышала. Я сделала выбор в пользу сандали Дорис. Боже мой, говорит, я наслаждалась каждым днем. Я каждый день вас с Миколой вспоминала добрым словом, потому что мне не хотелось их снимать. Вот когда каждый день ты надеваешь эти сандалии, понимаешь, правда, жизнь удалась. Очень приятно. А это неудивительно, ведь натуральная кожа – это все-таки приятное прикосновение к телу, а тем более, когда она еще и без подкладочной технологии. То есть прям вот мягкая, бархатистая кожа прикасается к вашей коже. Плюс правильная элегантная перфорация. Обувь открытая и в то же время максимально закрыта в тех зонах, которые необходимы. Это зона пучка, зона ногтевой пластины. Вы ее не повредите в летний период, не будете оббивать, и она не будет сушиться. Пятка тоже закрыта, и плюс всем понравится то, что не надо обувь нести мастеру прошивать. Она уже имеет бортопрошивной метод крепления, или его еще называют приплетной. Он выделен в виде вот таких вот стежков. Его, кстати, делают вручную, и при желании всегда можно отремонтировать, если с возрастом обувь вдруг где-то раскрылась, то что шнуровку можно опять закрепить. Обязательно выбирайте. Лучшая цена, еще раз повторюсь, стоимость была таких сандалий 7200 рублей. 2499 – это сегодня лучшее предложение, поэтому обязательно выбирайте. 2 любых предложения из нашей рубрики «Обувь», и для вас будет сегодня уже бесплатная доставка. А, Миколочка, ты знаешь, я еще обратила внимание, что у сандалии очень мягкая натуральная кожа, и думаю, надо же, вот она действительно же может решить многие проблемы, связанные с ногами. Диабетическая стопа сложная, да? Скажи, пожалуйста, так ли это?
Да, у нас с вами есть разновидности проблем со стопой. Увеличение, например, косточки. Это чаще всего очень высокие именно задинки, которые натирают и в итоге создают такую мозоль. Ахиллесово сухожилие часто может тоже быть повреждено. Пяточные шпоры, боли различные, трескающиеся пятки, растяжимости в зоне именно высокого подъема. Конечно же, любые мозоли, которые потом вырастают и становятся такими роговыми наслоениями. Это у нас с вами арочная боль, это может быть вальгусные, варусные нарушения и различные проблемы. Поэтому на лето лучше всего избавить обувь от каких-либо сложностей. Вам в этом плане, конечно же, помогает. Стелька, которая здесь вставляется, держит пятку, также дает амортизацию и стимулирует кровообращение пяточной зоны. Специальные миндалины, которые держат свод стопы. Мы видим с вами пористую поверхность, которая массирует и разгоняет кровь именно в зоне у нас с вами пучка, ну и, безусловно, конечно, мягкая платформа. Ведь жесткая обувь, такая, знаете, как раньше, деревянная сабо, это, конечно, для лета не идеально. Поэтому выбирайте лучшую модель, а тем более помните, что натуральная кожа за 2499 рублей – это очень бесстыдно низкая цена. Это правда, бесстыдно низкая цена. Посмотрите, две секундочки, то есть вы их надеваете, вы их застегиваете, и все, вы готовы уже действительно ходить по 12 тысяч шагов в день. Лучшее предложение для вас. Пальчики закрыты, да, можете даже не делать педикюр, если вы не успели. Еще раз повторюсь, лучшее предложение – заказывайте две пары, для вас будет бесплатная доставка. Микол, ну а вот вариант сандалии, знаешь, как-то так, ну, сандалии на каждый день. А это вообще модная позиция сейчас? Все привыкли, что больше такой пляжный вариант. Ну, одно время сандалии были не актуальны, особенно в стиле 90-х, там все ходили на шпильке и на платформе. Сейчас стиль 70-х вперемешку с 80-ми и небольшим вкраплением 90-х. Поэтому сандалии в стиле ретро, или еще называют такие дедушкины сандалии, очень актуальны. У нас же с вами здесь не дедушкины сандалии, а более женственные, со склонной такой стилистики Мэри Джейн или рыбацких именно моделей, да, которые раньше были очень актуальны. Мне нравится красивый дизайн, да, у меня в руках синий. Такой красивый синий. Кстати, отмечу, внутри не крашены, поэтому ноги или белые носки не будут испачканы. Мятный оттенок, также обратите внимание, с внутренней стороны не прокрашен. То есть окрашивание кожи идет только снаружи. Серый цвет, напоминающий балтийский песок, и вот такой красивый кипенно-белый. Обязательно выбирайте, это лучшее предложение в рубрике «Обувь». Один час, одна цена. Главный товар дня не повторяется, поэтому выбирайте полностью натуральную кожу. Снижение цены на 5000 рублей только сегодня, один день.